Новости спорта. Футбольный клуб «Лида» провел 1 ноября матч 31-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наши футболисты сыграли с командой АБФФ Ю-17. Поединок завершился ничьей 1-1. У соперников отличился голом Дмитрий Леонтюк, у личан Александр Бурнос. В турнирной таблице первой лиги «Лида» располагается на 6-м месте и имеет в активе 48 очков. АБФФ Ю-17 с 24 баллами идет на 14-й позиции.